Мало кто знает, что такое искусственный интеллект. Постараемся об этом немножко сегодня поговорить. Но мы рассмотрим сегодня одну очень более узкую тему, которая входит в состав искусственного интеллекта. Мы будем рассматривать чат-боты или просто боты. Что такое чат-бот? Кто мне скажет? Саша, давай. Чат-бот, который переписывается с человеком в социальных сетях. В социальных сетях, а в мессенджерах? Ну, Telegram, WhatsApp, Viber, Facebook, Messenger. Андрей. Я запоминаю всех. Андрей. Виртуальный собеседник. Кто еще может сказать что-то? Кто? Отлично. Давайте более подробно узнаем, что такое чат-бот, что у него внутри, как он устроен внутри. И, собственно, после того, как вы... Вот этот час пройдет, вы будете знать вообще, что такое чат-боты и даже как-то со своими товарищами, кто не знает этого, будете чувствовать себя более продвинуто, назовем это так. Итак, что внутри у бота? Поехали. Что такое чат-бот? Чат-бот — это... Да, это виртуальный собеседник. Это виртуальный собеседник, которого в принципе не видно. Это не робот, это некоторая программа, которая либо в социальных сетях, либо на форумах в интернете, либо в мессенджерах отвечает вам на естественном языке. Кто знает такого ученого, как Алан Тьюринг? Был такой ученый Алан Тьюринг. Давай. Он создал тест, который человек может пройти, а робот, ну, простой робот не может. Простой робот что значит? Простой робот. Некоторые роботы с искусственным интеллектом могут его пройти, а некоторые не могут. Хорошо. Да, на самом деле абсолютно правильно ты говоришь. Да, Алан Тьюринг придумал такой тест, который потом назвали его именем, тест Тьюринга, который был призван... определить, имеется ли у чат-бота или у робота, как они тогда говорили, интеллект, для того, чтобы понять, перед нами робот или человек. Абсолютно верно. Соответственно, тест Тьюринга на самом деле, вот я вам сейчас скажу, достаточно проблематичная вещь, потому что, смотрите, если система искусственного интеллекта, ну, чат-бот, давайте говорить чат-бот, если чат-бот настолько туп, так скажем, туп, да, что не может пройти тест Тьюринга, то разговаривать с ним неинтересно. А если чат-бот настолько умен, что может пройти тест Тьюринга, то он сможет его специально завалить для того, чтобы не показать людям, которые проводят тест, что он достаточно умен. Понимаете? Нет. Нет? Смотрите. Чат-бот, если он очень умный настолько, что может пройти тест Тьюринга, он может додуматься, схитрить, правильно вот кто-то сказал, схитрить, да, чтобы не пройти тест Тьюринга, чтобы не показать тому человеку, кто его тестирует, что он настолько умен, для каких-то своих целей. Поэтому процедура, которая называется тест Тьюринга, она, собственно, не очень такая корректная, она бессмысленная. Если чат-бот не может пройти тест Тьюринга, он его не пройдет. Если чат-бот может пройти тест Тьюринга, он сам может сделать так, чтобы его не пройти. А можно вопрос? Давай. Как это могут понять, что он специально его заводил или просто его не смог? Никак. Так в этом вся и проблема, что тест Тьюринга, он вот такой. Ладно, пойдемте дальше. Понятно, что такое чат-бот, понятно. Это вот такая программа, которая разговаривает с нами на естественном языке, как мы вот с вами разговариваем. Несколько фактов, интересных фактов, которыми я вас сейчас буду немножко завлекать. Почему мы изучаем чат-ботов? Ну, такая новость была недавно, что один программист, 18-летний, кстати, или 19-летний, ему вот совсем немного лет по сравнению с вами, он написал бота, который оспаривает штрафы по... Ну, вот когда машину мы ставим, да, приходит штрафы за неправильно поставленную машину или за неоплату. Но на самом деле речь сейчас идет про бота, который... Бот-юрист, который в Англии работает, но у нас, я думаю, скоро тоже будет. Вот он помогает людям оспорить штрафы. То есть приходит штраф, люди обращаются к этому боту, и он дает им советы, как этот штраф оспорить. Этот бот оспорил штрафов на $3 миллиона.
не человек работает за компьютером, пишет советы. Там, для того, чтобы оспорить штраф, там, напишите письмо в какой-нибудь департамент транспорта города Лондона, в этом письме напишите тот-тот. Это все делает программа. То есть человек вообще не работает, в этом процессе нет человека. И этот бот оспорил штраф на 3 миллиона долларов. Это достаточно внушительная сумма. И этот программист, который сделал этого бота-юриста, он как бы, увидев такой успех, он пошел дальше и стал в этого бота внедрять, вкладывать знания о том, как заключать сделки, как решать всякие бизнес-споры. Так, телефон давайте отключим. Семейные споры и всякие. Вот, соответственно, сегодня уже в разных организациях началась тенденция заменять людей. И вот вы в каком классе примерно учитесь так? Пятый, шестой, да? Когда вы вырастете, поступите в институт, там пройдет какое-то время, это 10 лет будет. Через 10 лет вы выйдете, через 10-12 лет вы выйдете в качестве молодых специалистов из института. К этому времени много рабочих мест будет занято ботами. И вам будет негде работать. Потому что один бот заменяет примерно 100 человек. Пример. Что такое колл-центр, кто знает? Служба технической поддержки. Ну вот мы звоним в оператор сотовой связи, в МТС. Там отвечает девушка обычно. Мы ей говорим: девушка, у меня там не зачислились деньги на телефон, да? Она спрашивает, какой чек, номер чека скажите, вы ей говорите номер чека, она там по своей базе смотрит и зачисляет деньги. Или говорит, деньги не пришли, вы меня там пытаетесь обмануть, или еще как-то. Это специалист технической поддержки, в крупных компаниях целые там ангары, можно так сказать, занимают вот эти службы технической поддержки, где сидят операторы, вот примерно на таком столике, у нее телефон, у нее компьютер, у нее, потому что обычно это девушки, у нее гарнитура, телефон, микрофон, и, соответственно, она целый день, 8 часов в сутки занимается ответом на вопросы, которые звонят. Люди звонят и задают какие-то вопросы. У меня не работает интернет, я не могу позвонить там в Хабаровск, я не могу то-то, я не могу все-то. Девушка, примите телеграмму и так далее. Огромная армия людей там в том же, в операторах сотовой связи, это сотни людей, сидящие вот в этих комнатах, которые занимаются ответом на вопросы. Так вот, всех этих людей можно заменить одним ботом, который будет отвечать на вопросы. Потому что он никогда не спит, никогда не ошибается, никогда не требует там зарплаты себе. Он просто работает на компьютере и отвечает на вопросы, которые к нему приходят. Откуда появились боты? Кто придумал первого бота? Кто знает? Никто не знает. Да. Нет, до роботов еще тогда было далеко. На заре появления компьютеров, самые-самые древние компьютеры, которые еще были чуть ли не на лампах, ну, на самом деле, на старых транзисторах, люди, которые вот ученые в области искусственного интеллекта, начали думать, а как же нам научить робота, систему искусственного интеллекта, проходить тест Тьюринга и научить ее естественному языку, систему искусственному. И вот в 1966 году, это было, соответственно, 51 год назад, да? Джозеф Вейценбаум создал программу Элиза. Вот написано, Элиза. Вот так выглядел ее экран на компьютере. И мы могли ей писать, привет, Элиза. Она отвечала, привет. И вот эта программа, эта Элиза, она пародировала психотерапевта. Ну, это происходило в Америке. В Америке очень популярны всякие вот такие психотерапевты, врачи, которые, разговаривая, решают какие-то проблемы у людей. И вот эта программа Элиза, она пародировала психотерапевта. И вот тут вот диалог примерно такой. Элиза спрашивает, что-то вас беспокоит? Ей отвечают, все мужчины одинаковые. Ну, видимо, женщина писала. Элиза отвечает, почему вы так считаете? Ей отвечают, они всегда смеются
о чем-то. В общем, суть этого бота Элизы была в том, что она ничего не придумала. Она брала фразы, которые ей давал человек, который ей писал, как-то их там меняла, переворачивала и выдавала в ответ. И люди не могли понять, что это действительно робот. Они думали, что это сидит настоящий психотерапевт и как-то с ней работает. И она помогла многим людям прийти в себя. То есть компьютерная программа, которая была достаточно очень примитивна по сегодняшним меркам, она помогла людям решить какие-то психологические проблемы. И сам Джозеф Вейценбаум, который ее создал, он не понимал, почему так происходит, был очень удивлен. Потом он написал статью на тему, что я не хотел вот такую программу создавать, а ему писали восторженные пациенты, которые говорили, оставьте ее, эту программу, мы хотим с ней заниматься. Так, сегодня на занятии мы изучим три вопроса. Что такое С? Кто написал? Так, три вопроса. Сейчас мы перейдем к практической части. Мы изучим три вопроса. Первый, как устроен бот, какие технологии используются и для чего чат-боты нужны. На самом деле, это я у вас сейчас буду спрашивать, потому что я вам все это рассказал. Так, как устроен бот? Итак, смотрите, вот это мы, люди. Мы хотим работать с какой-то информационной системой. Что такое информационная система? Кто знает? Информационная система. А, хорошо. Информационная система — это некая компьютерная программа, назовем ее так, которая позволяет получать ответы на различные вопросы. Типа Яндекс. Можно напрямую, человек напрямую работает с этой информационной системой. Ну вот как мы в Яндексе пишем в поисковой строке, какая погода сегодня в Москве, да? И он отвечает. А можно сделать чат-бота, который фактически является интерфейсом к этой информационной системе. Что такое интерфейс? Кто скажет? Интерфейс. Значок. Да. Система взаимодействия пользователя и компьютера. Абсолютно верно. Интерфейс — это некая прокладка между пользователем и компьютером, который позволяет человеку взаимодействовать с компьютером тем или иным образом. Интерфейсы бывают разные. Графический интерфейс, текстовый интерфейс, интерфейс командной строки. Вот Элиза работала на интерфейсе командной строки. Тогда ничего другого не было, так как графических экранов не было. Чат-бот — это всего лишь интерфейс, такой же способ взаимодействия с компьютером, как и любой другой. Почему он так востребован сегодня? Почему? Потому что появились мессенджеры. Огромное число мессенджеров. У каждого человека есть смартфон, телефон, а у кого-то еще и не один. Там установлены WhatsApp, Viber, Telegram, Slack и прочие средства коммуникации. Я понимаю, вы родились тогда, когда интернет уже был. Но и воспринимаете людей, которые родились тогда, когда интернета не было, как некоторых динозавров. Так вот, когда-то интернета не было. Когда-то его не существовало. Что? Когда-то его вообще не существовало. Да, интернета когда-то не было. То есть вы уже родились и уже организовались в таком вот мире, когда берешь телефон. И вот у меня есть младший сын, ему сейчас 6 лет, а вот было, допустим, 3 года. Вот в 3 года он начал пользоваться смартфоном. Я в 3 года играл в кубики. Вот. То есть из-за того, что появились смартфоны с разговорными интерфейсами, с мессенджерами, появились чат-боты, которые решают различные задачи. Ну, очень так поверхностно посмотрим, как чат-бот устроен внутри. Значит, смотрите, вот это вот наш смартфон, в котором мы пользуемся. Вот ВКонтакте, не знаю, что это. Твиттер, да. Вот Телеграм, вот еще какие-то сети, да. Какие-то социальные сети, у которых есть мессенджеры. Вот я пользуюсь Телеграм. И я хочу обратиться к какой-то системе, ну, например, узнать погоду, да, какая погода в Москве завтра. Я подключаю бота, который называется, допустим, WeatherBot, бот погоды. И так ему пишу, какая погода завтра. На русском языке бот применяет технологии обработки естественного языка.
Это такая специальная область технологий искусственного интеллекта. В рамках искусственного интеллекта очень много разных технологий. Так вот, обработка естественного языка – это одна из технологий искусственного интеллекта. Что это делается? Бот как будто бы понимает, что хочет человек спросить. Вот я говорю, какая погода завтра в Москве? Бот понимает, что я спрашиваю о погоде, что я спрашиваю о погоде конкретно в Москве, я спрашиваю о погоде конкретно завтра. Он принимает три вещи. Предмет интереса – погода, локация, то есть место, где меня интересует погода – это Москва, время, когда меня интересует погода – это завтра. Завтра он переводит в конкретное число, допустим, что у нас завтра? 20 ноября 2017 года. Вот. Это делает вот эта штука, которая называется обработка естественного языка. Как она это делает? При помощи обращения к базе знаний. В базе знаний записаны знания. Знания, например, о том, что такое завтра. Что такое завтра? Кто мне может сказать? Следующий день. Что значит следующий день? Следующий день, это понедельник. Нет. Завтра это взять сегодняшнее число, текущее число. Взять текущее число в компьютере очень легко. Обратиться к системной процедуре в операционной системе и получить текущую дату. И прибавить к ней один день. Или 24 часа. И мы получаем завтра. Вот эта процедура записана вот здесь, в базе знаний. Также там записано, что слово «Москва» склоняется как «Москва», «Москве», «Москвой», «Москву» и так далее. Понятно, да? Вот это все записано в базе знаний. А в базе данных записана как раз погода. Туда из внешнего источника, допустим, из Росгидрометцентра поступает информация о том, что завтра в Москве такая-то погода. Мы разобрали при помощи технологии обработки естественного языка и при помощи базы знаний, мы разобрали, что мы хотим узнать погоду завтра такого-то числа в Москве, обращаемся к базе данных, получаем там, допустим, 3 градуса Цельсия и возвращаем в мессенджер в виде некой строчки. Погода завтра в Москве не очень теплая, всего лишь 3 градуса тепла. Итак, для чего же нужны чат-боты? Как я сказал, это разговорный доступ, то есть мы при помощи естественного языка, вот как мы с вами разговариваем, также мы разговариваем с компьютером. Не при помощи кнопочек или каких-то специальных команд, а при помощи естественного языка. Это вопрос-ответная система. А ну скажи-ка мне, компьютер, что такое ДНК? Вот он пишет, компьютер. ДНК – это дезоксирибонуклеиновая кислота, используемая для кодирования генетической информации. Чат-боты – это персональные помощники. Что такое персональный помощник? Вот кто зевает, говорит мне, что такое персональный помощник. Он помогает в каких-то решениях, задач, вопросов. Повседневных? Не, не повседневных, именно вот по работе, например. По работе. А почему не повседневно? Система. Ну, я хочу заказать себе билеты завтра да. на... Да. Какие персональные помощники вы знаете? Ну, самые известные. Siri. А вот Яндекс недавно сделал. Алиса, да. Все правильно. Ну, для развлечений тоже используется. Так. Теперь мы переходим к практической части. И, потому что, поскольку вы уже начали тут зевать от моей заумной теории, давайте попробуем сделать чат-бота. Нет, телефоны пока не нужны. Мы будем играть. Значит, мы будем играть в кубики. Не смотрите, что, значит, вы уже такие шестиклассники или хотя бы пятиклассники, мы все равно будем играть в кубики. При помощи игры в кубики мы узнаем, как работают чат-боты. Так, перед тем, как мы будем играть в кубики, я вам расскажу про бот, который называется Шардлу. Вот такое у него название, Шардлу. Я тут немножко покрасил, я вам сейчас покажу немножко видео. Значит, бот Шардлу – это вот эта вот штука, которая движется. Вот эта вот штука – это бот. И он работает в мире, в котором расположены геометрические фигуры. Ему пишут, поставь, пожалуйста, зеленую пирамидку внутрь синего шарика. Тут плохо видно, к сожалению. Эта программа была сделана в 1965-67 году. Ее сделал Терри Виноград. И это был прорыв в свое время, потому что при помощи естественного языка и... Вот он пишет, какой кубик находится на столе. И он говорит, тут уже очень сложно разделить, он говорит про этот кубик. Собственно,
Для 1967 года это был прорыв. Это программа, которая взорвала вот тогдашний ученый мир. Для нас сейчас это выглядит, конечно, немножко смешно, но с того времени прошло все-таки 50 лет. Сейчас мы поиграем вот в такой же бот. В бот Шердлу. Так, вот я тут немножко покрасил то, как выглядит Шердлу. Значит, он работал в такой вот, как бы замкнутой комнатке. У него было много всяких кубиков на экране. Значит, что мы будем делать? Сейчас мы разобьемся на две группы. Значит, каждая группа разобьется еще на две подгруппы. Первая подгруппа называется программисты, вторая подгруппа называется чат-бот. Значит, у каждой группы свой стол, на каждом столе по набору кубиков. Значит, программисты командуют чат-ботом. Чат-бот исполняет команды программиста. Потом меняемся. Значит, что такое команда? Команда — это команда на естественном языке. Возьми зеленую пирамидку, поставь на красный кубик. Понятно, да? Вот. Значит, играем так. Программист. Значит, у нас группа получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 человек. Значит, делимся 8 и 7. 8, 4 плюс 4, в 7, 3 плюс 4. Соответственно, в группе программист, в первой группе 3 программиста. Первый программист выходит и говорит, что сделать. Первый, соответственно, чат-бот, кто чат-бот в первой группе, выходит и это делает. Соответственно, во второй то же самое. Сейчас мы будем это делать. На самом деле, есть два способа построения команд для чат-ботов. Первый способ – это любая произвольная фраза на естественном языке, которую нужно понять и потом ее выполнить. Второй способ команды – это формальные команды, они выглядят вот так. Вот, например, вперед 5, значит, пройти вперед 5 шагов. Ну, 5 шагов вот в том пространстве, в котором бот работает. Вот, соответственно, программисты должны сами сначала выбрать, какой способ взаимодействия со своим ботом они будут использовать. Это естественный язык или это формальный язык команд. И, соответственно, так, это у нас третья часть уже пошла. Давайте это сделаем. Давайте. Значит, разделяйтесь на две группы. Ну, очень просто. Программисты говорят фразы на естественном языке. Не трогаем пока. Значит, чат-бот находится с этой стороны. Обратите на меня внимание. Вот с этой стороны чат-бот. То есть те из вас, кто находится с этой стороны, те чат-бот. Итак, мы поиграли в игру под названием Шердлу. Вы поняли, какие сложности у программистов, которые программируют бота, да? Люди не всегда понимают, что мы имеем в виду, когда говорим на естественном языке. Потому что естественный язык – это очень такая вещь нечеткая, неточная. Мы выражаем свои мысли очень странным образом. И научить эту программу, программу научить этому очень сложно. И до сих пор люди сомневаются, как грамотно научить программу разговаривать на естественном языке в полном объеме, как это делают люди, когда они уже выросли. Теперь доставайте свои мессенджеры, мы проведем еще одну практическую задачу. Значит, есть три бота, которые я могу вам показать. Значит, это боты в Телеграме. Все, давайте. Значит, нужно открыть Телеграм. Давайте выскочим. Что? Вам Мария предварительно должна была сообщать, что для занятия надо поставить Телеграм. Да, ничего. Не было? Ну, значит, что? Скачать и не устанавливать. Но если скачать, то значит установить. Так, тихо, ребята, тихо. Что? Ну, значит, у соседей посмотрите. Если у кого-то нет возможности на свой телефон. Так, и ищите бота лайк. Я могу показать на своем компьютере для тех, у кого нету Телеграма. У кого есть Телеграм, можете повторять за мной. Смотрите. Значит, вот мой Телеграм. В нем у меня очень много всего. Я ищу бота лайк. Вот бот лайк. Соответственно,
Я ему пишу что-нибудь. Нет, я пишу какую-то фразу, которая... Смотрите, этот бот используется для того, чтобы поставить кнопки с эмоджи для, своему... тому человеку, с которым ты будешь разговаривать. Вот я, например, пишу «Привет». Да что ж такое-то? «Привет, Андрей. Оцени, пожалуйста, мою фразу». И посылаю боту. Смотрите, я посылаю боту. Поскольку я этим ботом уже пользуюсь давно, у меня тут есть предустановленные кнопки. Я выбираю вот такой вот способ реагирования. И мне бот говорит, видите, он пишет мне ту же самую фразу, которую я написал для Андрея. Андрей — это мой товарищ. И три кнопки, при помощи которых можно будет оценить. Я говорю, опубликовать. Нахожу вот этого самого Андрея. И публикую. Вот теперь Андрей... ему пришло вот это сообщение. «Привет, Андрей, оцени, пожалуйста, мою фразу». И три вот этих кнопки. В качестве кнопок надо использовать эмоджи. Ты впервые зарегистрировался. Посмотри у соседа, впервые регистрация. Вот ему самому «Привет». Чё, а вот вообще, вы знаете, что происходит на экране? Да, ничего не делает. Ничего не делает? Никаких команд, поэтому ничего и не делает. Ладно, скажи погоду, нормально. Скажи погоду, ему бессмысленно. Пока слушаю, что смотришь. Что я тебе сказать? Так, просто смотри, что делает сосед. Привет, где искать? Не все ищут этой поисковой строки, но так не получается. Можете выставить? А, там, не знаю, в общем-то, требуйте. Вот у них бот полгода. Найдите, пожалуйста, вот этого бота. Вот Аисту один курс бот. Я уже нашел эти боты. Они не работают почему-то, я не знаю, почему у меня работают. Программисты всегда так говорят, у меня все работает. А вот это мне. Что, вы же видите? Вот этого, найдите вот этого бота. Это бот, которого я писал сам, и я точно знаю, что он работает. Нормально, да? Да, я сейчас вам покажу. Какой-то на туалетике. А там же... Извините, а вот у меня вот это долгосъемного бота нужно. Да, она есть. Я просто все. А что писать? Бот называется Натали. Нажмите сначала старт. Ответили, да? Сначала нажимайте старт. Я всех своих ботов называю женскими именами. У меня такая вот есть. Дай знаешь, что? Штука. А, да, у меня тоже Натали написано. Ну правильно, потому что он так называется, бот. Ой, мне уже написал. Да, этот бот, у этого бота можно спрашивать вопросы про искусственный интеллект, потому что это бот, который помогает изучать искусственный интеллект. Напишите ей так, что такое искусственный интеллект. А я вас нашел. Это вот так? Может подсоединиться ко мне, я вам буду отвечать. Я вам расскажу. Я могу создать бота. Поигрались? Нет. Напишите, что такое искусственный интеллект? Это вопрос. Да. Что она написала? Спрошу у папеньки. Видите, вот одной вашей топ-курсницы написала, что это непонятно, и я не знаю, спросить что-то другое, а кому-то из вас написала, спрошу у папеньки. Я не знаю, спрошу у папеньки. Так, что вы написали? Я написала всю правильность. Искусственный интеллект. Так, наверное, вы писали с ошибками. Поэтому она сказала, ну, вообще она знает, как ошибки. Потому что вот у вашего... Ответил. Что такое искусственный интеллект, да? А теперь напишите, что такое нейронная сеть. Давайте мы это посмотрим на экране на большом. Я такой нейронная сеть. Как будет? Что такое бургерки? Программисты любят на английском писать. Соответственно, если бы интернет работал, я бы вам сейчас показал бы очень просто, как сделать, как бы этому боту Натали добавить в базу знаний новую информацию. Вы ее спросили? Что? Вот.
Да, Наталья ответила. Прекрасно. Смотрите. Ну, Максим, значит, сейчас посмотрим. Я ее спросил, что такое нейронная сеть, она написала, искусственный интеллект может быть двух типов. Это какая-то ерунда. Вот теперь смотрите. Я перехожу в свою систему для создания ботов. И создаю новое явление. Обратите внимание, я написал вот этот вопрос, который мы задавали, что такое нейронная сеть, да? И теперь я пишу ответ. Искусственная нейронная сеть – это один из формализмов искусственного интеллекта. Записываем. Так, пока система разработки загружается, я вам расскажу кратко о том, что нужно научиться. Итак, чат-бот. Что такое чат-бот? Кто молчал вначале, теперь не отвечает. Что такое чат-бот? Чат-бот — это система, который общается с людьми. Чат-бот — это интерфейс доступа к информационной системе, который использует естественный язык. Теперь вы знаете, как чат-бот устроен внутри. Чат-бот может... В следующей группе расскажу более подробно. Чат-бот может быть устроен двумя способами. Он может понимать естественный язык, как мы говорим, и как вы изучили на игре, это достаточно сложно, это очень сложно. Да. Чат-бот может изучать, понимать формальные команды. Пройди вперед 5 шагов. Он идет 5 шагов. Поверни направо. Повернул направо. Если ему написать «посмотри на небо», он скажет: «я не знаю, что это». Ну да, он не знает, что такое небо. Потому что у нее такой команды нет. Соответственно, почему нам нужно изучать чат-бот? Почему вам нужно изучать чат-бот? Потому что через 15 лет, когда вы выйдете молодыми специалистами из института, все рабочие места будут заняты чат-ботами. Только те, кто знает, как устроены чат-боты, только те, кто знает, как их программировать, как их создавать и как вообще работать с системами искусственного интеллекта, смогут найти свое место в жизни. Так что готовьтесь вообще жить в дивном новом мире, где работает искусственный интеллект. На этом все. Ваши вопросы, если у кого есть. Хватит баловаться, иначе я вас отправлю в искусственный интеллект. Вопросы. Всем спасибо.